Поехали. Сейчас Руслан еще пойдет в банкомат, потом надо Саше на крыло забрать. Не знаю, веревки, наверное. А ты видел, прям в каскаде падал, что ли? Я не видел. А что Федя, Федя говорит, ты видел, как он падал в каскаде, блядь? Я сказал, блядь, что видел Толясик. Что? Я снова, я тут. Аут. Подожди, подожди. Салима. This. Please. Send your contacts. This. Your date of flight and your name. Okay? I sent link. Yes. This YouTube channel with your video. Okay? So good day. Oh, one second. Сейчас. Заберешь потом у нее ветровку и перчатки, если. After you this okay this guy okay чистый спирт или чистую чашу. Блин, надо собирать. Вот поехали тут. Невзначай могут и переехать. Блять, мне бы еще к Феде попасть. Ну что? А видос ему слить. Еще что я хотел. Ничего делал вообще. Федя, прием, а ты сейчас где? Федя, спрашиваю тебя, ты где сейчас находишься? Меня не берет. Принял, где? Принял. Зайду в гости. Где он? На пороге душа. Меня не принял, я сейчас тоже ему зайду. Ты же ему эту отдам, блядь, его антенну, блядь. Не, я хочу к тебе. В душ? В душ. Федя, антенна не принимает. Вот я рядом с Олегом стою, его рация принимает, а я не принимаю, Я не в гости, у меня будет деловой визит, поэтому ты там накрывай на стол. Я вижу, что ты упал на спину. Вот это... Я не в гости, у меня будет деловой визит, поэтому ты накрывай. Федя, может он тебе денег несет, ну? Или хочет забрать. Ну правильное направление, ё-моё. Федя, как не прискорбно, это вечные темы. Нина, у тебя борщ есть? Нина. Вот. Нина меня тоже не слышит. Федя, Нина, кто-нибудь про, меня слышит? Про борщ она не слышит. Если бы про деньги, про секс, она бы слышала. Короче, блядь, я не знаю, блядь, нахуй лучше.
здорово, бичи. 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 Эй, бичи. Бля, не правильно там подпер, а там это закрою, блин, денег. Найди. Олег, поехали. Поехали!
дальше-то? Нет, это полупустое колесо. Давай, давай, чё? Загружай то колесо. Горел нехуй сюда было, блядь, лезть как. Нет, давай, блядь, сюда встанем. Загружайте вот это колесо. Давай, давай, давай. Ага, вот так вот, понятно.
подлетаю к Хинкальной, буду искать поток. Блять, нахуй сюда было, блядь, доезжать. Говорил, блядь, поехать же. Нет, блядь. А что блядь не сдувать? Руки под хуй заточены. Потому что, блядь. Конечно! Ну ты видишь пустой салон, ну блядь. Нет, не вижу. Бля, ну... Пять раз уже сказал. Что я тут сниму подальше? Ничего. Может, цепанет его? И толкать будем, да и все нахуй. Ну, подложи. И ну, туда. Ну, сын на этот не бери, нахуй. И туда встанете. Наоборот. Вот я на землю. Не, не, нормально. Тыкай. Давай, теперь туда иди. На колесо туда вставайте. Батька, урод, блядь. Давай на колесо, братан. Иди и вставай на колесо. Не надо на колесо, иди вставай. Тоже практика.
Стоим. Зачем? Завтра еще поедем. Если завтра еще подходит, да, чем хочешь? Блять, говорит, я думал, ты, блядь, с грузинами работаешь, там, по-русски. Я говорю, чего ты думал, блядь? Я, говорит, с ними работаю. Я говорю, да, он говорит, да, нахуй. Я говорю, чего? Блядь, говорит, блядь, ну, они ко мне с предъявами, хуя моё. Я говорю, блядь, ну, в следующий раз отдашь. Ну, конечно, в следующий раз, блядь, им туда давай. Типа я с ними работаю. Я говорю, ну, хорошо, базара нету, говорю, друг. Отвечаю. Взял, который с тобой, да, полетел, я ему сразу отдал деньги, 50 лайков. И оттуда выбегает, ешь, эта клиентка, а он уже пошел в этот кафе. Я тоже хочу.